Авария в Тракторозаводском районе. Столкнулись иномарка и ВАЗ. Из-за нерасторопности одного из водителей пострадал ребенок. Авария попала в объектив видеорегистратора. Когда отечественная легковушка пошла на поворот, не пропустила «Тойоту» на встречке. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель автомобиля «Тойота Королла» и несовершеннолетний мальчик 2008 года рождения. По факту ДТП ведется следствие. Окончательно виновника установят сотрудники ГАИ.